Сейчас мы чуть позже посмотрим сюжет о теплице. Узнаем, как в нашем регионе выращивают овощи, экзотические фрукты, а также узнаем секреты создания маленького райского уголка. Райского уголка? Да-да. Сейчас вы все узнаете. Маленький рай, так сами агрономы топарских теплиц называют свое необычное хозяйство. 400 деревьев лимонов, 10 папайи, целая оранжерея из грейпфрутовых насаждений, оливки и апельсины радуют глаз буйной растительностью, цветами и плодами. Но сначала мы расскажем о топарских огурцах. Их выращивают без химии, ведь главное, по словам работников, это качество и полезные свойства. Все, кто работает в теплицах, счастливые люди, ведь они работают на благо общества. Все для людей. Доброе утро вам. Мы находимся на топарских знаменитых теплицах Карагандинской области. Возможно, кто-то уже знаком с тем, что выращивание культуры, таких как помидор, огурец, всякие разные экзотические фрукты, на данных моментах вы можете посмотреть далее наших роликов. На данный момент у меня в отделении стоит сорт «Грумель». Мы выращиваем корнишон, легкоплодный огурец. Введение культуры по голландским технологиям с использованием тележек при спускании. Люди работают в условиях более мягких климатов. Расскажем немного также о пользе насекомых. Для опыления тут используют шмелей. Польза состоит в том, что при опылении на 30% увеличивается урожайность и качество плодов. Они вырастают крупнее, с большим содержанием не воды, а сахара и полезных веществ. Мы находимся в нашем экзотическом саду. Это сад наших топарских теплиц. Мы его посадили, этот сад, развели где-то в 2003 году. Посадили наши деревья. Вот у нас здесь растет цветы. Посадили мы здесь, привезли эти саженцы, мы с Египта привезли. У нас растут здесь вот апельсины. Здесь растут граната, розы растут, лимоны. Сюда мы его называем райским садом, потому что мы приходим сюда после работы и во время работы отдохнуть, подышать свежим воздухом. Здесь прям такой запах, когда заходишь. Здесь много очень разных наших экзотических фруктов. Растут здесь лавровый лист, мандарины, гранаты, я как вам сказала, инжир растет здесь и маракуйя растет. Вы, до этого мы заходили, еще у нас другая теплица. Там у нас растет папайя, грейпфрукты и там лимоны. Кроме того, в качестве эксперимента специалистами теплиц были посажены и успешно растут хурма, грейпфруты, апельсин, маракуйя, гуава. Недавно из семян пророс киви. Экзотику выращивают для души. На вопрос, в чем секрет того, что заморские растения приживаются на топарской земле, сотрудники компании отвечают: люди здесь хорошие.